Ну, доброго времени суток, дорогие детишки. А то, что было не со мной, помню. А что было в предыдущей серии, нет. Абсолютно. Окей, у меня... Видимо, мы на что-то копим деньги. Наверное, это армор. А, 4-го уровня? Даже не знаю. Сколько он стоил? Не помню. И что мне сделать надо было, тоже не помню. А этот парниша там раньше лежал? А, да, и тут они все лежали. А они появляются еще? Вот я не помню. Или не, или я здесь не был? Хм. Чё-то я... Даже не знаю. Наверное, я здесь... Не был. Судя по тому, что здесь есть шмотки. Да, кстати, там что-то валяется. И туда можно попасть. А отсюда схватить не дадут? Видимо, нет. Ну ладно. Тогда обойдем в обход. Обойдем в обход? О чем я вообще? Запор отсека переработки снабжен контрольным блоком. Если не восстановить гравитацию, он не откроется. Но ты не сможешь включить генератор тяжести, пока по отсеку летают эти объекты. Попробуй отловить их. Эти что ли? Мужик, это ты объект? Ни хера себе. Аномалия уничтожена. А, значит, я все правильно сделал. Кто сказал? Что это было? А! Ехай нахер отсюда. Где еще один? И кто это? Ну давай, до свидания. И ты тоже ехай нахер отсюда. Все ехайте нахер. Уи! Ну давай, лети. Ты же можешь. Вот скотина. Уходи! Уходя, уходи! Ну ладно, хер с тобой, золотая рыбка. Так, что там? А, еще 3 метеорита. Да ладно, не достал? Ты уверен? А если подумать? Эх, ты бдыщ! Аномалия уничтожена. То есть они после каждой, сука, будут вылезать, да? Ну и где они? Я... А. Теперь я тебя вижу. А давай... Да, блядь, кто это делает, сука? А давайте вы остановитесь. Нахер иди. Я знаю, что ты у меня над головой. Ты, сука. Стоять. Нахер иди, я сказал. Ну вот, пришлось аптечку сожрать из-за вас. Чего вы так орёте-то, я не понял. Так, как бы мне туда перейти, чтобы самому в это говно не попасть? Так, давай-ка ты, пока ты там летаешь, иди-ка сюда-ка. Чё там? Ну, ништяк. Ништяк. Так, а вот сколько их осталось? 2. Я отсюда до него достану? Видимо, нет. Все-таки, наверное, придется перейти туда как-то. Видимо, как-то так. А, сюда нельзя, ты уверен? А сюда? Напоминание. А сюда перед можно. Входом в комнату контроля восстановите уровень гравитации. Уи! Спасибо. Да я понял уже, что надо сделать. Спасибо, что сказали. Напоминание. Не надо перед мне 2 раза напоминать, сука. Восстановите уровень гравитации. Спасибо. Я и так все понял. Где этот булыжник? Он же здесь висел. Я же его видел. Напоминание. Перед входом был в же сарайчик. Восстановите уровень гравитации. Да заткнись. Спасибо. Ты дура, блин. Ё-моё, блин. Он же прям здесь висел. Я...
совсем дурак или что? Видимо, я что-то не понимаю. А, окей. Мне показалось... Ну, ну ладно. Вот прямо тут висел. Аномалия уничтожена. Я же прыгнул сюда, потом сюда, потом сюда. И вот прямо тут висел буллик. Слышь, мужик, иди отсюда. Тут тебя потом превращать во всякое будут. А ты мужик-то вообще был? А, кому какая разница? Теперь-то уже. Так, ну и где... Не, серьезно? А, вот он, господи. Значит, ты меня не... Значит, я все-таки не совсем дурак. Значит, все-таки был мальчик. Все незакрепленные аномалии уничтожены. Окей. Гравитация может быть восстановлена. Я так понимаю, что мне теперь напоминаю, на ту сторону. Перед входом. Слушай, если ты мне еще раз напомнишь, я тебя ушатаю. Спасибо. С ноги. Ибо нехер. Так, где тут пол-то теперь? Не, пойду-ка я вот туда. Уи! Шикарная композиция. Не, это даже в какой-то степени весело. О, прекрасно. Прекрасный выбор. И что здесь у нас есть-то? А, ну да-да-да. Точно-точно. Чё я там поднял-то? Нахер иди. Я какую-то хрень поднял. А, рубиновую полупроводницу? Это хорошо, это всегда полезно. У меня маленькая аптечка-то осталась. А, я маленькую и сожрал. Прекрасный выбор. Гравитация восстановлена. Доступ в комнату контроля разрешен. А я думал, как я туда попаду-то теперь. Нахер иди. И ты тоже нахер иди. Так, всем ша. Вот ты, сука, ты меня еще и убила, ну тварь. Кто так делает-то вообще? И вообще-то далеко был, блин. И как, из какого момента мне теперь... Блять, ну спасибо. Зона невесомости. Суки. Запор отсека переработки снабжен контрольным блоком. Окей, придется вырезать это все нахер. Гравитацию, он не откроется. Слышь, ты куда ты полетел? Но ты не сможешь включить генератор тяжести, пока по отсеку летают эти объекты. Суки тупые, вы сейчас мне, блин, за все ответите. И за Севастополь тоже. Нахер иди. Тварь. Блять, что это за херня у меня сзади там? Сука. Нахер пошли все. Отвалите. Да вашу мать, сколько у вас. Отвали. В очередь, суки. Блин, а чуть не пересрал, когда там сзади кто-то появился. Хотя почему чуть? Натурально пересрал. Нахер иди. Подходи по одному. В порядке, живой пока еще очереди. Вы куда, пацаны? Блять, откуда? Что это, бля? Это что такое? Они еще, блин, телепортируются, что ли? Что это? Это что такое? Да сколько вас здесь? Вашу Машу-то, в конце концов. Это уже наглость, знаете ли. Отвали. И ты тоже отвали. А патронов нормальных можно дать? Чего мне херню всякую даете? Да, вот стасисная батарея. В прошлый раз, почему-то когда я дохнул, блин, вот строго перед этим мне дают кучу нормальных, правильных патронов, блин.
А после того, блин, после загрузки дают вечно какую-то хероту, блин, редкой силы, блин, никому не нужно. Тихо будет. Вот типа этой. Где отсюда? Ха, суки, а? Ну так делает вообще. Я же мне сык от ножи, ну. Ну так, немножко. Офигенно, блин. Аптечку лишнюю пришлось сожрать. Что за дебильная привычка, блин, сзади появляться? Чё-то вы, пацаны, тут не к добру лежите. А вы не к добру. Это ключ, Айзек. Чё? Он позволит тебе попасть в контрольный центр, откуда ты сможешь запустить астероид. Да, и не забудь сначала прикрепить к нему маяк. Тут у меня еще один отчет о безумии среди колонистов. Похоже, все началось после вывоза обелиска с планеты. Да что ты говоришь? А ты разве нам уже не рассказывала про обелиск что-то там? Что... По-моему, кто-то нам это уже говорил, что после обелиска все началось. Разве нет? Мне казалось, что да, ну ладно. Спасибо, что нот отдали. Сколько у меня денег, кстати, стало? 21 тысяча. Ну, почти хватает на броню. Нахер пошли. Никого? Это что было сейчас? Это типа суспенс? Это сука. А я, если тебе в ухо плюну, тварь. Мужик, ты что-то потерял. По-моему, я здесь был. Кольцевая тогда, сука. Догадался, Штирлиц. Кто сказал мяу сейчас? Кто-то мяу сказал. Пожалуйста, не забывайте своевременно перерабатывать отходы. Спасибо. Пожалуйста, только живи. Ты живи. Как там? Я живу тобою. Моей огромной любви. Хватит нам двоим с головою. Хочешь? Что-то там. Посылок странно, не помню. Хочешь, я убью соседей, что мешают спать, блядь. Нахер иди. За твою жопу, мать, у тебя отвалится что-нибудь. Что это за херня вообще? Это что было, блядь, сейчас? Какого хера у тебя ничего не отлетело? Пардон за невольные стихи, блядь. Я сколько патронов потратил, да в жопу пошли, блядь. С такими приколами. Я лучше как-нибудь так. Куда идти-то мне вообще? Что делать-то надо? Я открыла доступ к лифту на рудную платформу. Системы безопасности были активированы, но бесполезно. Смотри. У тебя есть и ключ, и маяк. Следуй на платформу. Мне кажется, астероид держит грави-замки. Перед тем, как запустить астероид, придется их вырубить. Вырубить? С ноги! Слушай, а разве магазина нигде не было? Я, по-моему, пробегал раньше мимо магазина где-то. Я что-то... Где-то я видел магазин же. Я хочу купить уже броню в следующем уровне. С рубиновой-то полупроводницы-то мне по-любому хватит. Это что за херня? Вот точно, я ж помню, что был. Ах, сука. Забери-ка. Да, ну 10 тысяч, блин, конечно, мне хватит. И Стасис на батарею свою тоже забери. Тебя надо было просто схавать и все. Это тоже заберите. И это заберите. Зачем мне она одна? Не, эти-то, в общем-то, не особо нужны.
О, 35 тысяч. Шикарная композиция. Жалко, что доспех отличается друг от друга уровня его. Не так сильно, как хотелось бы. С финтифлюшками там, со всякими делами. Ну вот я что-то разницы как-то вообще не заметил. Я уже забыл, как предыдущий выглядел. Наверное, что-то добавилось, там ребра еще. Да, какие-то. Что-то где-то добавилось, но не очевидное все. Я хочу больше. Чтобы как в Варкрафте. Банана, плечи там, вот это все. А где, собственно. Да. Окей. Может еще что-нибудь продать? Надо же, сколько она стоит на то, что апгрейднуто. Забери-ка еще батарею резака, слушай. Дай-ка мне просто патронов обычных. У меня с этой штукой все лучше всего получается. Очевидно. Очевидно, я рак, но это дело такое. Сколько у меня места теперь в инвентаре? То есть, типа, вы хотите намекнуть, что уровней до армора 6? Или пятый и сразу 5 ячеек открывает. Видимо, пятый сразу 5 ячеек открывает. Потому что, насколько я помню, в предыдущих... В следующих частях 5 уровней все было. Что-то такое. Хер знает. В общем-то, неважно. Но... Так, а в этом лифте тоже могут вылезать ушлепки всякие. Куда мне надо? Ё-моё, блин, куда мне надо? А как-то... Типа вниз? Типа... На один этаж вниз? Если я правильно понял. Так, откуда они не могут вылезти? Отовсюду они могут вылезти, суки. Ведь вылезут же, я знаю. Нет? Странно. О, я угадал. А что это здесь у вас за... Нахер идите. Что там, блядь, происходит? Я вообще нихера не вижу. Блядь, уберите пылюку, я не... What the f... А. Сколько вас там еще? Гильчитай! Блин. Открой личико. Кто так делает-то? Видимо, вот... Вот до сюда я определенно не доходил. Никогда. По-любому. Этого места вообще не помню. Ну и либо склероз. Без затей. Одно из двух. Чё за пылюка-то, ёпта? Spice must flow и всё такое, или чё? Чё хотите сказать-то мне этим? А это что за натюрморт на полу? Это я явно не просто так. Ну ладно. А, лифт не работает, окей. И где мне батарейку добыть? От любви нашей, которая села, блядь. Да твою ж мать, ты сраный ниндзя. Мне и так тяжело по вам попадать. С клешнями-то. Вместо рук. Целых 3 ящика, это круто. Ну или так. Ну ты почти угадал. Сука, на нахер! Блять, где ты в жопу, блин? Кто так делает? Вы утомили! Да ё-моё, что у тебя... Что это за телепортация у тебя, блин?
Локальная, ёпта. Батарейку я вижу. И верстак я вижу, только толку-то от него. У меня узел только один. Могли бы еще один положить, чисто так, между прочим. То есть вы мне предлагаете из одного лифта выдернуть батарейку и вставить в другой, да? Если я правильно понял. А почему журнал с собой нельзя забрать? Отдел переработки. Управляющий второй инженер Даллас. Запись. Это мое последнее сообщение. Я видел, что происходит с телами. Даллас? Прямо как из чужих? Из чужого? Я не хочу такого. По крайней мере, если у меня не будет конечностей, я не смогу убивать, даже если заражусь. Пожалуйста, передайте Дон и детям, что я люблю их. Господи. Еще одна. Блядь, дай ты пройти мне, сука! Какого хера эту батарейку нельзя оттолкнуть, блин? Нахер иди, тварь! Вы кончились там? Что за хрень, блин? Я аж охерел от такого пассажа, что батарейку подвинуть нельзя. А что? Тонну весит, это что за звуки? Я сейчас не понял. А почему ты не лезешь туда? What the fuck? Я что-то не так делаю? Я сейчас вообще не догоняю. Или она сломалась нахер? А. Какого хера? Всегда она спокойно залезала туда, а сейчас что было? Пойди спроси. Ах, суки. Чего вы меня сегодня на измену-то берете? Причем конкретно так? Так, ша, я слышу, кто-то шевелится. И это механизм какой-то. Я так понимаю, судя по наличию зарядки для стасиса, что-то надо будет заморозить. Прекрасный выбор. Да пошел ты нахер, возьми деньги, мне похер, что там в этом журнале написано. Судя по наличию количества патронов, сейчас будет месиво какое-то очередное. Правда, патроны все говно. Зона невесомости. Сейчас что происходит? Окей. А ты какая-то... Не такая, блядь, как все. Блин, надо больше дамага на эту штуку. Что тебе надо? Иди отсюда, нахер. Ехай, блин. Ну, кто так делает? У
Да, вы какие-то более стрелять будем? Так-то лучше. На нахер! Они реально какие-то... Блядь, жирный писец вообще. Что, еще одна? Или кто сказал? Или это она сдохла? Слышишь, прекращай уже. Чего от меня хотите-то вообще? Вы хотите, чтобы я приземлился на эту херню? Уничтожить гравитационные захваты. А как они выглядят? Я понятия не имею, как они выглядят. Это что ли? Что это полетит? Я вообще не понимаю, что от меня хотят. А эта штука, интересно, меня снесет, если я туда? Ну, по-моему, она не настолько большая, чтобы... Нет, они определенно хотят, чтобы я приди... Да ну нахер. Пойду-ка я лучше сохранюсь. Что-то я не хочу туда прыгать. На эту шнягу. Зона гравитации. Вообще не хочу, причем тут есть где сохраниться. Нет, придется обратно бежать. Ну ладно, раз придется обратно бежать, тогда... На сегодня все. Ха! Шарьте лайк этим видео, оставляйте ваш фидбэк нашей книги для жалоб и предложений. А наша секция для комментов внизу. Подписывайтесь на канал. До новых встреч в эфире, граждане!